Всем привет, у меня для вас потрясающая новость. Ребята, Росстат обнародовал результаты какого-то очередного своего исследования. Рост реальных доходов населения в третьем квартале 2019 года вырос на 7,3%. Это своеобразный рекорд, такого не было уже давненько, или, наверное, даже правильнее будет сказать, никогда. Вот теперь вот вырос. Знаете, каким образом им удалось добиться вот этой вот потрясающей цифры в 7,3%? Они вскрыли схему серых зарплат, они сами об этом пишут. Я балдею, дорогая редакция, у меня глаз начал дергаться. Огромное количество каких-то министерств и ведомств, да, Министерство внутренних дел, прокуратура, Следственный комитет и так далее годами, десятилетиями пытаются вскрыть вот такие вот схемы так называемых серых зарплат, у них ничего не получается. А Росстат взял и всего за год, какой-то за год, за 8 месяцев все это распутал, ай, молодцы какие. Но я серьезно, знаете, ну так надоело уже. Я уже не знаю, каким бредом они еще нас будут продолжать удивлять, потому что сегодня вот так. Они, оказывается, повторюсь, серые схемы вскрыли. Вообще, я бы им посоветовал, был в свое время такой кальмар, помните, может быть, который предсказывал результаты футбольных матчей, результаты там выборов, в том числе и в России, президента, потом он сдох. Вот нашему правительству, наверное, не мешало бы завести какого-нибудь такого же кальмара, или, может быть, зайца, и обращаться к нему в случае чего, и отсылку на него тоже делать в средствах массовой деградации, в СМИ, как сообщил там заяц. Произошло то-то, то-то. Выросли там темпы роста, какой-то очередной рывок и так далее. И это было бы неплохо, подумайте об этом, господа чиновники. Ну и хорошего дня всем.